В Британии разгорается скандал вокруг незаконной слежки за рядовыми гражданами. Как стало известно изданию Guardian, под колпаком у спецслужб МИ-6 и МИ-5, а также Центра правительственной связи, это аналог американского НБ, находились тысячи людей. Авторы публикации ссылаются на рассекреченные по запросам правозащитников документы, из которых следует, госструктуры анализировали финансовые отчеты, прослушивали звонки, читали электронные письма. И, как стало известно, силовики использовали полученное досье в личных целях. Сбор данных в стране идет с конца 90-х, причем, как пишет Guardian, следят даже за теми, кто не представляет интересы для правоохранительных структур.